Вечерние огни зажглись над Петербургом. Хочу, чтобы как можно большему количеству людей жилось хорошо. Мне нравится, что люди не похожи друг на друга, что их много, и они разные. И чем больше разных точек зрения я узнаю, тем полнее и яснее для меня делается моя точка зрения. Хороший член общества, не разделяющий мои вкусы в области живописи, музыки, сорта шоколада и вида спорта, не только не раздражает меня, но наоборот внушает мне любопытство и симпатию. Если сам я сплю на правом боку, то человек, спящий на спине, мне не враг. Если для меня существуют только блондинки, то я рад, что на свете есть и брюнетки. Без них блондинки не были бы так прекрасны. И то, что среди великого множества людей не найти двух одинаковых, меня очень радует. Вместе с тем, дорогие люди, выявляйте свою индивидуальность, развивайте свои личные вкусы, но так, чтобы это было безопасно для окружающих. Николай Акимов.